Здравия всем, вы на канале Марка Елены Диригетти. Мы устали, едем в отпуск. Клермон, Клермон, городочек Клермон. Так, сейчас покажем вам. Мы в гостиничке. Такая душевая кабина, достаточно большая. Черный потолок, я никогда не видела. Интересно. Вот. Такая вот кабинка. Такая вот раковинчика, полотенчики даже есть. Amore, quanto costa? 65? 65 евро. И вот еще... А, франки. 65 франков. Значит, белая постель, деревянная рядушка, или, как сказать, подголовник. Черная тоже стена, черные, черные шторы вот такие и белые шторы. Это вот мы обзор комнаты. Обзор комнаты. Так, балкон. Вот он балкон и... Амре. Сервия Юта. Короче, балкон имеется, но... Они тут заблокировали для того, чтобы кондиционер работал. Интересно. Но мы вот сюда заехали сейчас где-то 16:15. Сейчас немножечко отдохнем. Потом сходим, посмотрим городок. Это такой вот новый центр. В старом центре у нас не получилось. Не получилось. Хотя мы там забронировали, но они сказали, бронь не пришла. Так вот люди напротив находятся. А вот посмотрите, какое здесь старинное здание. Мы потом с вами вечерком сходим, посмотрим. На улице жара 30 градусов. Жары. Так, и с этой стороны... С этой стороны вот мы притащили два чемодана. Сумки марсупио. Марка марсупио. Он ходит с марсупием. Я ему подарила такой через плечо, а он его не хочет. Ну ладно. Ну, телевизор. Это для чемоданов. Ну вот он уже туда побросал свои вещи. И здесь тоже вот в черно-белом. Мебель вот такая. Вот тоже можно чемодан поставить. Вещи повесить. Шляпу положить. И здесь вот нам дали бутылку воды. А здесь что у нас? А здесь вот туалет. Туалет отдельный у них. Так, а где цвет? Вот он цвет. Значит, это цвет только в коридоре. Тоже в черно-белых тонах. Особо показывать нечего. Ну так, на всякий случай. Чистенько. Попылесосено. Здесь ковровое покрытие. Две кровати совмещенные. То, что нам и надо. Ну вот, друзья. Вот такой вот коротенькая зарисовочка. Это нам вот кости бросить по дороге в Бордо. Это Франция. Здесь достаточно жарко. То есть это не север Франции, это где-то середочка. Далеко от моря. Мы едем дальше. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Диригетти из Клермо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кому нравится.